Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Всем приятного просмотра! Также запаситесь чашечкой чая или кофе. И будем с вами делать такую классную, приятную распаковочку. Сегодня только получила. И будем с вами смотреть. Это мне пришли новиночки от Word Pretty. Такие классные яркие коробки. Все хорошо упаковано. Вот такую штучку. Ссылки будут в описании под видео. Так что смотрите, кому интересно. Так, это получается у нас Magic Cat. Цвет под номером 1. Дальше. Следующий у нас цвет под номером 2. Так, цвет под номером 3. Вот что заявлено на баночке. Фокус. Код 56819, чтобы искать на сайте. Также тут указано, как использовать данный гель-лак. Шаг 1, 2, 3 и 4. Вот. Очень красивые, яркие такие упаковки. Получается, тут у меня цвет 1, 2, 3, 4, 5, код 56819. Все хорошо упаковано. Сейчас я открою и к вам вернусь. Все, девчонки, я уже открыла. Так, выглядят они без коробки. Вот что заявлено. Состав. Фокус. Можно положить на паузу и почитать. Объем 10 мл. Цвет под номером 5. Так. Фокус. Значит, 5, 1, 4, 2, 3. Так будем поочередно делать выкраску. Чипсы я взяла. Вот такие цветные, больше нюдовые оттенки. И хочу посмотреть, как эти кошки будут на вот таких цветах. Одну взяла черную, цвет под номером 4, выкрасим тогда на черную. Так, начнем с цвета под номером 1. Девчонки, такое красивое серебро. Наполнение по плечике, вот такая кисточка длинная и ровная. Посмотрите, какая это красота. Конечно, эти гель-лаки можно наносить на любую другую подложку. Можно оставить и так. Вот, красивый эффект. Но сейчас мы с вами сделаем кошку. Это цвет под номером 1. Взяла вот такой магнит. Также от Board Pretty. Он идет двойной. Я больше люблю вот этот, как котячий глаз. Такая красота. Это какая-то серебро и золото. Посмотрите, какой красивый блеск. Очень красивая кошка. Сбоку идет серебро, в центре идет золото. Советую. Красота просто. Вживую еще круче смотрится. Дальше цвет под номером 2. Все хорошо упаковано. Доставка просто замечательная. 3 недели, и они уже у меня. Это такой какой-то фиолетовый перелив. Так что советую. Вообще, Board Pretty молодцы. У них постоянно выходят новинки. У меня на канале много разных обзоров на данную продукцию. Это они мне прислали на обзор свои новиночки. Так что, кому интересно, можете посмотреть. А также, чтобы не пропустить новинки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Это важно. Вам не сложно, мне приятно. Всем спасибо за поддержку. И какая красота, один краше другого. Очень красиво, такой какой-то фиолетовый перелив. Ну, конечно, чтобы блик держался, нужно сразу в лампу, чтобы
блик не убегал, как бы магнитные частички не разбежались. Дальше цвет под номером у нас 3. Это такой красивый, красивый как-то морская волна, что-то отлив. Красно-синюю типсу. Посмотрим, как это будет смотреться. Так, и блик сейчас сделаем. Цвет под номером 3. Напишите мне в комментариях, который больше из них понравился. Вот, посмотрите, как это красиво. Еще на синюю подложку. Этот какой-то синий такой перелив. Еще более глубоко смотрится. Так что этот цвет номер 3 советую на синюю подложку, девчонки. Вот какая-то красота. Это как бы золото-серебро на коричневом фоне. Вообще можно наносить на любую другую подложку. Вот, девчонки, цвет под номером 3 просто горит. Красавчик. На синей подложке. Так, хочу поближе. Вот, посмотрите, какая-то сумасшедшая красота. Даже камера не может нормально сфокусироваться. Цвет под номером 3 просто красавчик. Вообще они все красивые, да? Напишите мне в комментариях, который больше всех понравился. Давайте цвет под номером 4 выкрасим на черную подложку. Посмотрим, как он будет на черной подложке. Так, это какой-то такой голубой, что ли. Вот эти типсы плохо держатся, они такие прямые. Боюсь, чтобы не слетело с этой липучки моей. Так, легко нанесла. Вот, такой голубой. Также красавчик. Этот более какой-то фиолетовый идет отлив. Красота. Вообще, кошки огонь. Барбрити просто молодцы. Еще сейчас выкрашу 5-й цвет и покажу всех вместе. 5-й цвет будет у нас на такой карамельной подложке. Ну, он идет какой-то такой красный. Отлив идет красный. Как раз подложка, кстати. Баночки есть. Окошко. Вот какая-то красота. Так что, девчонки, советую однозначно. Все кошки просто шикарные. Это 5 цветов. Там на сайте еще больше. У меня 1, 2, 3, 4 и последние 5. Этот магнит я люблю. Также у них на сайте хороший. Вот такая сумасшедшая красота. Ссылки, девчонки, будут в описании под видео. У них также классные гель-лаки обычные, в черных таких баночках. Я их пробовала, у меня был обзор на канале, можете посмотреть у меня на канале. А мы дальше продолжаем. Дальше следующая посылочка. Это мне пришел набор для накладных ногтей или для страз. Вот такие обычные клей штучки. Тут всего-навсего 2 грамма. Набор идет из 10 штук. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Есть, да? Доставка с отслеживанием. Так что молодцы. Так, сейчас поднесу поближе. Как это выглядит. Вот такой Nail гель. Не гель, клей. Так, маленький. Совсем тут только 2 грамма. Маленький объем, потому советую брать набор 10 штучек. Дальше следующая посылочка, вот такая упаковка от клея. Дальше следующая посылочка, это пришел
пришел. Впервые беру вот такой полигель. Брала за купон. Вот такие цвета. Цвет под номером 26. Дальше цвет под номером 8. 17. И 1. Такие розовые оттенки. Так, что тут у нас заявлено? 15 миллилитров. Срока годности нет. Вот так заявлено на баночке. Пока открывать их не буду. Там можно почитать на сайте отзывы на данные полигели. Вот, у меня есть открытые. Дальше. Следующая покупочка, посылочка. Это мне пришла бижутерия. Пришел красивый наборчик в золоте, но это идет, девчонки, желтое золото. Очень красивый вот такой крестик. Очень такие. Это новинка в магазине. Это также магазин «Люблю». Это кольцо с этого же магазина у меня. И этот браслет красивый. Также с этого магазина. Вот такой крестик. Усыпан стразами. Да. Стразик в большой центре. Размер небольшой. 34 миллиметра. Ну, такое небольшое ушко. И вот такая цепь. Ну, цепь, она длинная. Мне кажется, что 50 сантиметров. Или больше. Даже 60. А? Ну, конечно, можно подобрать любую другую цепь, какая есть у вас, да? Ну, крестик красивый. Такая красота, девчонки. Красота просто. Так, следующее. Также идет бижутерия. Вот так упаковано. Это вот такое, как бы, стайл, да, заявлено. Это идет стайл Булгари, под закос под Булгари, подвеска, подвес вместе с цепью. Но этот подвес, как видите, он не можно его снять, потому что цепь, она такая интересная, вот такие какие-то прямоугольники на ней. Вот тут еще есть клеймо на цепи, что это идет стайл. И чем этот красивый подвес, потому что он идет как бы двойной. Если у вас есть комплект белым, с белым камнем, то можно с белым камнем. Оно такое красивое, как эффект кошачьего глаза, что ли. Булгари, да? Или же черный. Очень красиво смотрится. Цепь не длинная, но есть, можно регулировать, как бы длину делать побольше или же поменьше. Так, мы сейчас измерим. 50 сантиметров. Нет, не 50, 46. Полностью 46. 46 сантиметров полностью. Вот такой красивый кулончик. Очень красиво, девчонки. Вот. Это идет под розовое золото, наше золото. Какая красота у меня сегодня была на обзоре. Пишите в комментариях, что вам понравилось. Ссылки будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, мира, добра, здоровья. До новых встреч. Пока-пока.